Ранее судимый? Нет. За что задержан? Мошенничество. Что сделали? У людей деньги. Красиво. Каким способом? По телефону, как бы, насчет гадания. Насчет гадания что? Ну, предсказывала судьбу им. За лечение, за заговоры. Как людей находили? По газете они меня находили, я рекламу давала. Люди вам звонили? Дальше что было? Звонили люди, просили о помощи, чтобы помочь. Я соглашалась с ними, говорила, что я вам помогу, просила деньги. С какими проблемами, вопросами к вам звонили? С алкоголем. Верну любимого. Сколько сеансов было у вас? По телефону раза одна женщина звонила где-то раза два-три. Сколько всего людей было? 4. Сколько за сеанс брали денег? Консультация как бы была бесплатная, а на лечение денежки. Сколько денежек? Вся сумма около 800 или чуть больше, не помню. Каким образом производилось лечение? По телефону, заговору, молитва. С одним человеком сколько работали? Минут 25, может 30. Деньги в какой момент вам переводили? Кто как мог. Результат какой-то был от этого? Ну, раз написали заявление, люди обратились в полицию, чтобы вернуть деньги, значит, не получилось. На протяжении какого времени занимались подобной деятельностью? 16-го года. Почему именно такой способ выбрали? Я слышала, что люди предсказывают, как бы экстрасенсы всякие, маги. Я попробовала. Сейчас свою вину признаете? Да. Где и как вас задержали? Дома, в квартире в Москве. А почему вы выбрали именно Киров? Просто здесь раньше жила, в этом городе, и поэтому решила здесь и дать рекламу.